Привет, друзья! Сегодня у нас 21 августа. Я поехал в лес за грибами. Причем не в свой лес, в который я постоянно ездил за грибами, а в соседний район. У нас, если дождики проливают, то небольшие. Для роста гриба этого, конечно же, не хватает. А вот в соседнем районе проливает более-менее нормально. Здесь и лес немного отличается, больше ельники, лиственные леса. Поэтому у них и влага дольше держится, и у них хотя бы идут грибы. Вот на дорогах стоят машины грибников, продают грибы около населенных пунктов. Отсюда мы делаем вывод, что грибы здесь есть. Поэтому пока грибы у нас еще не пошли, я уже во второй раз приезжаю в соседний район. Ну, думаю, 3-4 часика похожу, пособираю все, что буду находить, все вам буду показывать. Смотрите, думаю, будет интересно. Вот первые грибочки у меня попались. Это сыроежки. Причем одна желтая. Какие-то он розовые. И вот такая. И смотрите, тут на березе поваленный летние опята. Вон летние опята, туда дальше идут. Какие-то нормальные, какие-то уже все. Но я, если честно, ни разу летние опята не брал. Ни разу их не пробовал. Хотя хотелось бы попробовать. Ай, вкусно пахнут. Но брать их не буду, так как не такие уже они качественные. Половина. Да их не так еще и много. Также попадаются молодые валуи. Вон валуйчик молодой. Вон молодой валуй. Тут сыроежка. Сыроежка — это деликатес, берем. А валуи — их на засолку. Вот. Солить валуи что-то как-то никогда руки не доходили. Может быть, и зря. Вот, стоит просто их попробовать, и тогда можно их набирать, заготавливать у нас, когда их сезон много растет. Ну все, ладно, продолжаем. Вокруг ходят грибники, кричат. Тропки набиты этого года здесь очень хорошо. Как прям по парку ходишь. Вот, попался на осине. У меня вот такой гриб, это вешенка. На осине поваленный. Съедобный гриб. Но я его такой тоже не беру. Ну вот, друзья, попался и первый благородный. Это у нас подосиновичек. Желто-бурый. О! Ножка у него длинная, конечно. Опа. Вот такой вот красавчик, желто-бурый. Сейчас его почищу. Идем дальше. Прям здесь под елкой лазю. Выпрямиться не могу из-за веток. Вот попался первый беленький, смотрите, под елочкой. Опа. Первый. Сегодня его никто не нашел. О. Уже даже пожелтел под шляпкой. Ножку кто-то подгрыз. Ладно, сейчас будем проверять. Вот. Хожу в таком вот ельничке. Попался маленький белый гриб, еловик. Ой, он уже даже съеден весь слизнем. Но, как видите, чистый. Видите, чистый? Только слизень его съел. Обалдеть. Маленький еловик. Все, ладно. Сейчас продолжаем тут ходить.
Беленький, кстати, чистый. Подосик был тоже чистый. Попался здесь маховичок. Опа. Маховик зеленый. Вот около березки еще один беленький попался. Но уже старенький. Да, он и червивый. Ну ладно, мы его оставим. Хороший лес. В основном ели. Попадается береза, осина. Надо будет его запомнить. Здесь я впервые. Уже куча машин здесь стоит. Люди ходят. Ну вот после них. Оп. Нашел лисичка. Сейчас ее проверим. Вроде бы нормальная. Здесь вот еще видел одну. Вон. Еще одна в черничнике. Раз. О, какая хорошенькая. Ну, разнообразие грибов присутствует. Пускай их немного. Большинство, наверное, собрали. Уже сегодня причем. Но все равно. Главное, что попадаются. Вот набрал, наверное, еще штук 10 чистых сыроежек. И у меня здесь попались и беленькие. Один. И вон второй. Но один уже такой большой, а вот другой можно посмотреть. Оп. Да, тоже. Тоже все. Это даже тогда проверять не будем. Все, продолжаем. Вот дуб встретился. А на нем попался трутовик серно-желтый. Я не беру этот гриб. Ну вот он растет. Съедобный. Дуб тут рядом с елями. Огромный. Орехи он падает, его с него желуди. Полно. Там валяется белый гриб. Червивый. Вот рядом помоложе стоит. Оп. Вот этот, возможно, еще будет чистый. Сейчас будем проверять. Грибники рядом кричат. Место интересное. Здесь хорошо, наверное, будет расти белая грусть. Надо будет поймать момент. Здесь вон еще какие-то опята растут. Вот еще одна лисичка. Оп. Красавица-ка яркая. Берем. Вон ходят грибники. Перекрикиваются. А я тут встретил вот такой гриб. Похож на маленький зонтик. Но это на самом деле один из самых ядовитых грибов нашей страны. Лепиота. Смертельно ядовитый гриб. Ну вот, друзья, если я не ошибаюсь, то у меня здесь осиновые грузди попались. Смотрите. Осиновые грузди. Вот еще один молоденький. Оп. Раз его извлекли. Вот. Класс. Сейчас. Оп. Так вот. Будем пробовать. Так, здесь нету больше. Аккуратно под листвой смотрим. Тут еще один. Раз. О, этот червивый. Наглухо. Так. Здесь еще один большой стоит. Угу, это тоже
Наглухо червивый. Но здесь толпа народа сегодня уже прошла. Как их не увидели, не знаю. Так, ну возьмем. Пока те, что есть, пока те, что нормальные. Оп. С этого еще можно повырезать. Может, что из этого повырезаем? Вот эти два чистеньких. Угу. Вот так. Ладно, продолжим. Он попался, паутинник фиолетовый. Редкий краснокнижный гриб. Он еще один. Он мокруха еловая. Вон она стоит. Молоденькая. А рядом вот здесь еще одна. А вот здесь рядом еще моложе. Но я еловые мокрухи не беру. В этом году хочу попозже попробовать сосновых мокрух пурпуровых. Но пока еще сегодня не готов пробовать мокрухи. Вон там, кстати, еще много здесь мокрух в лесу. Иду, тут воняет белыми грибами. А вон один загнивший, вот второй. А рядышком тут, смотрю, маленько это, пободрее стоит товарищ. Опа. Засыпаем. Нормалек. Посмотрим, может, сейчас вырежем с него. Ну все, почистил я его. Ножка червивая и шляпка тоже в труху. Ну вот, друзья, я и дома. Вот они, грибочки. В небольшой средней кастрюле. Почистил. Вот все чистые. На супчик уже хватит. Завтра сварю суп. Сегодня уже не буду. Отлично. В основном, конечно, это сыроежки. Но здесь и лисички, и подосиновик, и беленькие. В общем, разные. Польский один попался. Будет суп и сорти. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока.